Губернатор Сергей Морозов встретился с командующим Приволжским округом войск Национальной гвардии Александром Порядиным. Уже в сентябре Приволжский федеральный округ подвергнется инспектированию со стороны Москвы. Перед этим генерал-полковник решил лично осмотреть все 14 регионов. И вообще, я как командующий войсками отмечаю, что на территории вашей области, скажем так, более стабильная обстановка. И по всем докладам, которые происходят суточно, меньше всех неприятностей, скажем так, да. В рабочей поездке командующий проконтролирует работу регионального управления Росгвардии, разберется в кадровой политике, а также в инциденте, произошедшем еще в феврале. Напомним, в конце зимы при проведении учений на стрельбищах сотрудник ОМОНа неудачно бросил гранату, которая взорвалась рядом с окопом. Серьезные травмы получили сам 25-летний боец и его 49-летний инструктор. Как только пройдет период их медицинской реабилитации и восстановления, чтобы никто из них, и их родных и близких, не переживал, там их жен, подруг, мы их точно устроим на работу. К себе, в органы, если надо, государственные, муниципальные власти, как в общем-то им будет удобно, и ни в зарплате, ни в социальном положении не пострадают. В целом, работа регионального управления, в том числе вопросы, связанные с охраной общественного правопорядка и реагирование на внештатные ситуации, признаны эффективной. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.